Здравствуйте! Сегодня мы в магазине Миргаза и у нас презентация котла Lemax Clever. Итак, поехали! Разборку данного котла делать мы не будем, ввиду того, что теплообменник его единственной модели премиум. Мы рассмотрим панель управления котлом, электронную плату и газогорелочное устройство. А начнем мы с панели управления. Данная панель управления также устанавливается на настенных котлах серии Prime. Начнем по порядку. Кнопки настройки температуры режима ГВС, настройки температуры режима отопления, сброс неисправности, выбор режима зима-лето, кнопка входа в сервисное меню. А сейчас мы посмотрим, какая электронная плата установлена в данном котле. Чтобы до нее добраться, нужно открутить 4 болта. Здесь установлена плата NordGas, которая имеет возможность подключения дополнительной периферии, такой как насос контура отопления, турбонасадки, сервопривода трехходового клапана, комнатного термостата, датчика уличной температуры, а также датчика давления воды косвенного бойлера. Здесь установлен газовый клапан SIT845 Sigma с постоянной модуляцией пламени. Горелки фирмы Polidoro. Свечи розжига ионизации Brahma. А также в задней части котла сделаны технологические отверстия для удобства подключения периферии и выведен провод питания 220 вольт. Итак, делаем вывод. Данный котел — это яркий пример того, что мы догоняем, а то и перегоняем европейских производителей. Ну и на этом все. Всем спасибо. До свидания.